Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ромчик, мы играем в CSGO, да, вы дождались. Правда, наверное, вы дождались не того, чего хотели, так как мы будем сегодня первые три серии играть с ботами на разных уровнях. Первая будет в средней сложности, потом в высокой сложности и опытные боты. Начнем со среднего, поехали, карта Dust 2, бой насмерть. Посмотрим, сможем ли мы здесь затащить, надеюсь, что да. Так, ну посмотрим, как у нас там что получится. Сейчас будет подключение к серверу, и затем мы побежим мочить всех ботов. Да, и тащить в КС-ке, тащить. Просто тащить всегда везде, вот. Да, 10 минут будет идти один матч. Ну и давайте все-таки сыграем и за спецназ, и за террористов. Так, UMP-45, начнем с ней. Это бой насмерть. Так, за террористов сначала поиграем. Потом за спецназ. Так. Хорошо так. Сзади не ожидали. Ну, конечно, на такой сложности боты очень сильно тупят. Так, минус 2. Да, вот видите, я уже убил двоих. Так, я уже... Опа, Скар 20-й. Наш. Вот смотрите, я уже убил двоих, а они мне даже жизни не сняли. Вот! Уже четверых убил. Вот смотрите, как четверых. Смотрите, как я на изи разбираюсь. Так, ну и давайте пройдем туда. Опа! Вот это вот не ожидал. Но все-таки надо во всем находить хорошее. Получили Скар 20. Так, ну и что? Что мы с этим Скаром? Конечно, мой любимый аук все-таки. Все-таки там прицел поудобнее всего. И хедкиллы удобнее всего делать. Но и со Скаром можно попробовать затащить. Хедкилл, да, сзади. Опа. Так, ну P200. Ой-ё! Так, ну конечно, ты меня перепугал. Да, опа, наш. Да, но я еще немножко нублю, наверное. Так, надо немножко с ботами потренироваться. Хорошо. Ой-ё, как! Макс 7, как оружие теперь у нас будет, как пушка. Так, ну. Ему-то выгоднее, он сверху. Так, ну на раш идем. 6 жизней оставил. Что мы с этими 6 жизнями будем делать? Давайте побегаем с 5-7. Нет, патронов нет. Наш, защищай меня. Я тебя с 5-7 прикрыл. Так, МП-9, Desert Eagle сейчас продолжает быть бонусным оружием пока быть. Но мы пока тащим, причем тащим-то так серьезно. Хоп. Так. Вася! Да. Я почти во всех видео использую Вася слово. Так, ну как-то мы подрастерялись. Статистика-то у нас под упасть должна была. Так, ну я бы не шел бы так быстро раш. Да, я говорю, что я сейчас играю, ну, наверное, больше 100 всего лишь. Поэтому не надо говорить то, что я нублю в КС-ке. Вот как вот здесь вот попадать? Я хоть... Вот я не понимаю. Тут хоть пишется, что я нанес урон? Просто никогда не пишется. Хорошо, спину. Там вот был, вот там вот чувачок был. Так, 37% у него. Там чувачок бегал, видимо, вот этот вот наш. Опа, а нет, наш. Сколько? 10% всего критичное состояние. Ну, можно так сказать.
Так, ну ты даже без моей помощи справился. И здесь без моей... Ну, точнее, наоборот, здесь я все сделал. Так, хорошо. Хорошо, так быстро поменяли оружие. Так, я заработал достижение «Головная боль». Хорошо. Нет, не палим меня, не палим. Нет, зачем-то я вышел. Опа, АВП. Ну, не Азимов, конечно, но все равно АВПшка. Наш. Так, ну, еще с управлением я не очень так хорошо знаком. Так как это моя первая КС. Даже КС-1.6 я не играл. Так, 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 так. Наш. Но будет обидно слиться с АВП. Тем более то, что она впервые в этом бою выпадает. Так, 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 вы, боты, боты. 16, а у тебя что? Ой-ё! Да, ну, ну блю с АВП-шкой, может быть, с 5-7 постреляться? Так, ну неги в почву, вот Сегнобятова я люблю. По крайней мере, я как-то тащусь Негивом. Черт! Ну вот, да, сказалось. Негев, мой любимый, пошли тащить. Пошли тащить Негев. Да. Сейчас долбегрец. На тебе, вот как с Негева хорошо тащить. Поэтому не гнобите никогда Негев. Ведь с ним можно тащить. Не скажу, что супер изи тащить, но полегче. Так, наш, ну я даже ему помогать не стал. Так, куда? Давайте с ним побежим. Хотя нет. Все-таки побегу с ними. Оп-оп-оп. На тебе от Негева, на тебе от Негева. Вот, никто мне ничего не снял. Вот какой хороший Негев. Ой-ё, ты меня Негева лишил. Так, хорошо. Хорошо. Хорошо, так по 90 у нас поработал, да. Смотрите, как мы отрываемся. Нет. Нет, не я все-таки его убил. По 90 перезаряжается. Ой-ё, вот мне сейчас подвисло. П-90, мой любимый, рашим с П-90 и проигрываем. ПП-19 Бизон, не люблю пушку эту. Так. Ну ладно, давайте посмотрим, еще две минуточки есть. Две минутки есть. Пишите потом, за кого мне играть, за спецназ или террористов. Я сегодня сыграю за тех и за тех, чтобы вы посмотрели, кому нравится. И также вы пишите, пожалуйста. Так, пишите, что вы еще пишите. А, на какой карте мне играть? Что? Хотел получше прицелиться называться. МП-9. МП-9, да, надо бы побольше бы мне еще очков понабивать-то. Так, никаких тут. Да, карта такая заброшенная, этим она мне и нравится. Опа, там наш в перестрелке участвовал. Или сейчас будет продолжать тоже участвовать. Так, ну давайте за нашим побегаем. Все-таки поможем его, ему в трудно. Так, ну что ты нас запутал-то? На вам!
Не я. Не... Опа! Сзади парень! Я попал по напарнику, конечно, но в этой неразберихе я никогда не разбираюсь. Нет! Подвисла опять игра. Да, зачем я пошел к нему? Зачем я пошел к нему? Хорошо, ФАМАС. Откуда? Нет, отходим! Киляй его сзади. 5-7, дайте ножиком кого-нибудь зарубим сегодня. Мне интересно. Если мы никого не зарубим ножиком. Блин, я ножиком его хотел. Так, все, закончилось. Я даже... Так, я заработал достижение. Так, и мы победили. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Следующий матч начнется. И давайте теперь мы... За кого я играл-то тогда? За спецназ вроде бы я играл. Сейчас поиграем за террористов. У меня вопросы тут кто-нибудь есть? Просто у меня такое ощущение, что никого нет. А, нет, вот сейчас они появляются. Так, все, нет, есть. Почему-то у меня такое ощущение, что ли... Так, девятый так. Хорошо, с так девятым. С АВП тяжело, потому что с ним только... Так, хорошо. Да, но... АВП она мне не подходит. Ну, Salt Off ни разу не играл. Конечно, вы сейчас будете смеяться, но я повторю, что я играю 5-й или 6-й бой. Поэтому... Ну, как вы понимаете... Хорошо. Хотел прыгнуть. И еще одного. Да, Salt Off тоже тащит. Опа, опа, опа. Блин, можно здесь какой-нибудь спринт включить? Так, 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 так. Он меня не палит. Нет, неужели запалил? Хорошо, я хотел с ножиком так подойти. И зарезать его. Да, но надо ведь все-таки убийство-то с ножа сделать. Наш. Опа, вот там вот не наш. Нет, наши. Наши все. 72 и сотни, по-моему. Наша, где боты? Точнее, противники, боты. А вот тебя мы хотим с ножа зарезать. Ну почему? Почему вы все не даете, чтобы мы зарезали вас с ножа? На, ядерная бомбежка! Ядерная бомбежка! Неужели я ни один выстрел не попал? Блин, наперед стрелял. Хорошо, с Desert Eagle. Минусанули. Опа, сзади. UMP-45. Так, его убили. Кого мне с ножика-то зарезать? Кого мне с ножика зарезать? Я дико извиняюсь за фкашество, но меня ни разу не убили. Пока. Так, пока я ходил отвечать на телефонный звонок с ножика. Хороший был. Запутался я. Ну, чё, как ножиком-то работать? Ну-ка. Ну да, левой кнопкой мыши. Так. Так, ну-ка наш. Да, придется бегать с Glock 18. Это сейчас зачем был сделан выстрел? Хоп! С ножа. Наш. Опа! Ну-ну-ну, режься, режься! Чё, я не понимаю, чё с ножа не получается?
Хорошо. Так, нова. А, я тебя не убил, что ли? Я ж тебя убил вроде бы. АК-47, ну вот сейчас он точно копца будет. Я потерял свое первое место, да, за любимых спецназовцев, но есть 5 минут, чтобы восстановить это. Даже 4,5. Кто это так усердно стреляет? Хорошо. Вернул я свое первое место. Что это, парень? Мне кажется, или во мне завис бот? Курочка? Нет. Так, ну я не хочу перевозрождаться, но мне кажется, что... Хорошо. Вам кирдык всем, когда у меня АК. Мнаш. Вот эти вот боты, они в отличие от всех. Так, вот он вот за коробками, вот за теми. И еще куча ботов. Так что, ПП-19 Бизон, нет, продолжаются какие-то непонятные. Так, ну мало жизни, ПП-Бизон тоже. Не айс просто. Вот ты, я не понимаю, что они тормозят-то? Так, не забывайте написать. За кого вы хотите, чтобы я играл? На, ну нет, ну здесь без шансов, конечно. Я выбежал, наверное, смерть. UMP-45, ну давай. Так. Ничего себе, куча ботов, армия. Ну двоих-то мы... Теперь я держу превосходство на Джон. Так. Опа, СГ-553, найс, пушка. Опа! Нет, ну только не сноси жизни, нет! Крутая пушка ведь была! ВП Азимов? Так, отходи, пацан, отходи. Где он? Ты его убил? О, снова мы возродимся, если умрем. Ну, по крайней мере, эти 30 секунд. Ой, нет. Ну нет, не. Давай снова, я бегу снова. Раз, два. И всего минус 15 жизней. Нова рулит. Правда, перезарядку новую. Черт, хорошо. Так. Хорошо, снова тащат. Вот за что я и люблю Нову. Нет. Хорошо. Снова убили. Единственный минус Новы, это, наверное, то, что... Да, ну смотри, сколько я уже набил. Единственный минус Новы, то, что она не скорострельна. Вот если бы... С таким дамагом были бы еще... Ой-ё! Окончательно игра забаговала. Нет! 26 жизней всего. Наш хоть бежит. Смотрите, как игра забаговала. Кто-нибудь напишите в комментариях, с чем это может быть связано. С тем, то, что такая графика в игре. Нет! Ну нет, я потерял Нову.
СГ, 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 но я ничего не успею сделать. Да, я все равно занимаю первое место и побеждают, конечно же, террористы, потому что я там. Да. Потому что там я. Так, ну следующий матч мне уже не нужен. Поэтому мы выйдем в главное меню. Вот мой Некромчик Channel, и поэтому вот мой инвентарь. Только один кейс есть. Будет хорошо, если кто-нибудь пришлёт мне. Ключ, хотя я на это даже не надеюсь. Вот что такое смотреть? Нет, ладно, инвентарь. Играть, и поэтому... Всем спасибо за просмотр моей длинной серии по CSGO. Надеюсь, вам она понравилась. Не забывайте писать, с какими ботами мне сыграть, имеется в виду на какой карте. И за кого-то одного я буду играть. Напишите. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. С вами был Ромчик.